До единого дня голосования 18 сентября остается чуть больше 2 месяцев. И сегодня в нашей области активно работают не только тяжеловесы политики, но и молодые партии. Так, представители Оренбургского отделения партии «Роста» в эти дни вышли на улицы. Вот такие оригинальные конструкции накануне можно было увидеть во всех 4 районах города. Активисты партии общались с оренбуржцами, рассказывали о своей предвыборной программе. Ну, вообще очень интересно людям узнавать про новую партию. Они все спрашивают про наших лидеров, обязательно спрашивают, зачем нужны подписи. Подписи нужны для поддержки регионального списка кандидатов партии «Роста» на предстоящих выборах депутатов областного парламента. Программа партии интересна горожанам, ведь она предлагает понятные шаги для развития предпринимательства и улучшения социальной сферы. А потому горожане ставят свои подписи ее поддержку. Ребята-бизнесмены пытаются изменить положение дел в стране, поэтому подписал. Выступает за доступное жилье, за снижение ипотечной ставки. Это очень важно для того, чтобы молодые семьи и молодые люди могли покупать себе жилье, а не в конце жизни уже покупать, как раньше это было. Кстати, во время общения с оренбуржцами каждый мог узнать не только программу партии «Роста», но и измерить свой рост. Ведь само название говорит о том, что партия работает на перспективу. Для молодых рост, значит, перспективы какие-то, наверное, нарисовываются. Каждый должен стремиться к росту, не только к личному, а вообще к росту в принципе.